До сих пор в 11-этажной новостройке не запущены лифты. Управляющая компания «Жилсоцсервис» и «Караганда-лифт» не могут запустить подъемники. С момента сдачи дома в эксплуатацию по улице Приканальная, 19, прошло уже полтора года. Далее в материале нашего корреспондента. Некачественно установленные входные и межэтажные двери в трех подъездах с началом зимы уже создали проблемы. Холодный воздух гуляет по подъездам, обкрадывая тепло в квартирах. Затягивается запуск лифтов. Мы не можем подать тепло в подъезды, потому что двери не закрываются. Застройщик сдал бракованные двери. Соответственно, при низких температурах нормально не может функционировать лифт. Поэтому вот такая тупиковая ситуация, которую мы, в принципе, в настоящее время решаем, надеюсь, решим. Как утверждает представитель управляющей компании «Жилсоцсервис», совместно с «Караганда-лифт» в данный момент ими проводится ряд работ, не завершенных застройщиком. На сегодняшний день в эти три подъезда подали горячее водоснабжение квартиры. В третьем подъезде восстановили подъездное освещение. В первом-втором сейчас ведем работы, в ближайшее время закончим. И самое главное – в этих трех подъездах совместно с ТО «Караганда-лифт» начат монтаж и наладка для пуска лифтов в эксплуатацию. Жильцы недовольны условиями проживания. Работники «Жилсоцсервиса» вынуждены ежедневно выслушивать постоянные упреки в свой адрес. Хотя тот, кто виновен в некачественном строительстве, до сих пор никакого наказания не понес, говорят представители управляющей компании «Жилсоцсервис». Аймтора Абдина, Арганумер, Бауржан Ирмагамбетов, 5 канал.